Добрый вечер. Добрый вечер, я диспетчер. Так, стоямба, дайте опустить спокойно поднос, чтобы вы его не опрокинули. Опачки. Ай, ай, кто меня за попу цеплял там? Ай, миска. Ну, сейчас папа Миса и все несет вкусняшки. Скорее выходим. Да мои зайчики. Ребят, всех снимаю по очереди. 13-го. Так. Ты смотри, чтобы они тебе швы не зацепили. То сейчас полезут под шорты. 13-го. Ой, Танюшка вышла, вон она. Вот она, вот она. 13-го. Ой, глянь, те мои зайки. По йогурту. И там мы сегодня ездили, светофоли купили всем по йогурту. Доставь, ставь за. Девчонка, Танюша, иди ко мне. Зайчик, дай ей йогурт. И Степочка, вот он идет. На, и Степочки. Вот. Взяли. Блин, не успела снять. Раз стаканчик такая сама. И пошла. Бонечка, ты? Ой, такие полиняшиеся, такие красивые, красивые. Утрешеныш, держимая рыбочка. Так, где у нас еще кто? Ага, там, да? Ванга там. Давайте. Да, зайчик, поставь, пожалуйста. Вот, всех снимаю по очереди, потому что сейчас у меня на сушености заказов там прибавилось, поэтому я много времени в профилактурии провожу. А там Юйка, там котята, там все. Никита, Стас. Да кто там? Илюха, ты что ли? Чуть цыгане кто. Вот, поэтому больше времени в профилактурии. И, естественно, сейчас очень жарко, поэтому, извините, полноценные съемки вести не могу. Июля у нас 4-й день выходная, поэтому нам все надо сделать, успеть. Миша еще после операции у нас. Днем ему вообще ничего нельзя делать, ему щадящий режим и прочее, прочее. Так что вот такие у нас дела. Вот она, еще одна прибежала. Прибежала. А Ванга там сидит, кушает. Миша ей йогурт дал. Ну, она сейчас спустится, я уйду. Все, не съесть не успеют, не волнуйтесь.